Здравствуйте, дорогие друзья! Я сегодня прогуливаюсь по национальному парку недалеко от Валенсии. И вот решил вам показать очень такое интересное место, на мой взгляд. Это место, куда муниципальные службы очищают пляж и складывают крупные такие вот ненужные вещи. Вернее сказать, что выкидывает море после шторма. И они это все складывают, а потом это вывозят. И вот хочу вам показать, что выкидывает море, что можно увидеть после шторма. Вот такую лодку. Вот вторая лодка такая. Интересно, остатки, можно сказать, от лодки, да? Вот тут буёк они оставили. Пойдем немножко туда дальше. Сейчас я вам покажу. Много буйков. Это интересно, кстати. Я не думал, но вот я, когда после шторма тоже гуляю, всегда смотрю, какие-то буйки, какие-то там бревна, и все это они вот собирают, собирают, и потом складывают вот в таком месте и вывозят. Что хочу сказать, а ведь если будем говорить, не следить за пляжем, то вот этот вот весь мусор будет на пляже. И это уже не есть хорошо. Вот такие огромнейшие буйки. Даже такие вот бревна. Откуда они берутся? Вот такая маленькая. Это ладно. Вот это вот огромнейшие бревна такие. Откуда они вообще берутся, неизвестно. Но берутся. И вот идем. Ну а здесь такой помельче мусор. Тут есть два контейнера. Как я понимаю, они эти контейнеры наполняют и потом вывозят. Вот это все дело. Вот. Так, сейчас подойду здесь, посмотрим, что тут. Ну, бревна мы видели. Какая-то бочка. Репсоль от чего-то. Какой-то буёк, какие-то бревна, какой-то остатки палета, тут даже остатки какого-то холодильника, крыша от яхты или от моторной лодки. Ух ты, даже матрас выкидывается. Ой, чего только нет. И это, можно сказать, все тоже, так будем говорить, они убирают, то есть это все затаскивают. Сегодня просто суббота, рабочий день закончился. О, даже картина есть, вот так вот, стулья какие-то тут. Вот. Ну, благодаря муниципальным службам пляж у нас всегда чистый. Вот. Смотрите, что тут только нет. И цепи, и пластика. Пластика вообще куча всего. Какие-то канистры непонятные. Что это вообще? Какая-то сетка. Вот, а вот там вообще интересно. Тут вообще интересно. Ого, бревно какое. Это же бревно каким-то образом выкинуло море. Ну ничего себе. Вот это да. Да, вот тут еще какие-то от кабелей. Оплетка такая большая, крупная. То есть остатки. Или это трубы, не знаю. Ну вот бревно меня поразило. Да, бревно такое серьезное. Ух ты, большое бревно. Ну ладненько. А сейчас я вам покажу после вот этого мусора, какие у нас пляжи чистые. Ну вот, идем на пляж. Так, друзья, вот это вот сам пляж. Если вы обратите внимание, он очень чистый, ровненький. Ну, зачищают, приходят трактора специальными устройствами и производится очистка пляжа.
Если мы обратим внимание, он идеально выровнен. После каждого шторма, все равно, неважно, это зима, осень или весна, приезжают, вернее, муниципальные службы и выравнивают пляж, и все зачищают. И поэтому вот он так выглядит очень идеально. Так что, друзья, приезжайте к нам в Валенсию. Вас будут ждать вот такие вот красивые пляжи. Ну и на этом я, наверное, закончу свой такой короткий репортаж. Что-то еще увижу, обязательно вам расскажу и покажу. Ну, всего хорошего. До свидания. Дорогие друзья, кому нравятся анекдоты, хочу вам порекомендовать канал Дед21. Ссылка будет в описании. Этот канал — анекдоты без пошлости и политики. Так что, пожалуйста, переходите по ссылке.